Я сейчас уже стартанул, а сначала много информации. И через часа два... Так, все, чекай. Ты за кого? Мені зараз не збігати на перший повер, а потім я піднімаюся. Ні, я тебе тут чекаю, там, для. Представим, якщо кому-то на консультацію. Ні, зараз просто почнемо щось робити. Правильно? Так, 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 так. А ми з тобою просто вирішили це зробити. Делаем это с помощью финансового рынка, где люди могут финансировать будущее и, соответственно, получать от этого прибыль или проигрывать деньги, если они неправильно посчитали риски и неправильно профинансировали. Все, конец, спасибо. Чем ты будешь заниматься? Так, что это такое?
Ekrany, ja coś widzę. I tam gdzieś z takiej budyny, no to ja można się nie zadać. Уезжаю в Аргентину, да? Я напрямую иду к президенту. Президент, менеджер. У меня такая задача. Я должна делать тут такие глаза, что откуда? Посольство. А вы не знаете такое посольство? А посольство на тот момент боялось выходить за пределы посольства. Вот какая разница. Что оно тебе может помочь, если оно боится за уровень? Нет, ой, не надо. Ничем не поможет. Это все спокойно. Сделай этому человеку якобы, что ты сделаешь. А дело делать, никто это не делает. Особенно в Аргентине знает, потому что это страна военная. Поэтому я хочу, у меня такие задачи, которые я делаю. Назад, да. Но свой говорит, а не знает. Мы сейчас... Посольство? А я, это для меня не люди, это предатели. Разве предатели? Они только в кафе, и все, и вышли. Я их так и принимала. Я приходила, говорю, когда ты работать начнешь? Я говорю, извини, я вчера вечером в ресторане, я была папа лечит. Ты можешь спокойнее сказать, что ты хочешь? Не то, что не высыпаться, а не 25. Да ладно. Я не могу.
хотели просто так сидеть, просто сидеть, не понимаешь. А мы немцы говорят, ну да, мы назад, мы устали от тебя. Боже, оно опять же не нужно. Нет, я просто приятно. На тебе, сюда тебе надо. Я говорю, ну да, так нельзя здесь, когда мы тебе позволим взять яблоко и протирать, мы тебе скажем. Это вы мне скажете, что вы делаете. Я прожила 2 года, я сказала своему супругу, это твой род, это твоя страна. Пожалуйста, ты можешь здесь оставаться, быть, а я поеду в другую страну. Тем более, что самолетов уже стоит каждый день. Если ты в адеквате, если ты понимаешь, что это не надо делать, так вот надо, чтобы жизнь и работа была образ. Это надо помогать. То есть вот это чисто женское, да? Нет, но необходимо.
Я это пересилила и подумала, что
пришел, не знаю, вчера, да, там человек пришел, мне кажется, что сегодня надо за прекрасно задавать, он никому не скажет, что может быть здесь очень интересно, что мама наша связь, это поможет общему делу, а я это делаю. И потом нравится кому-то, не нравится, я все равно это делаю, и люди этим шокируются, поэтому они, это круто. А меня это мало интересует, потому что я не делаю пресс-конференции, я впервые только на Майдане. Я сделала искусство, английская версия, медиа Майдан. Это когда остались там мальчики, да, медиа Майдан. Вот я остались люди, их там разваливали, разбивали. Они, ну, видимо, опять остались, туда сидел, что делать? Я подошла, говорю, так, что делать? Что случилось? Они говорят, что теперь делать? Я говорю, садимся, пишем, протокол создаем. И мы, медиа Майдан, создали ночь, и позволим всем работать. Понимаете, информационные куда сейчас мы направляем, случилось, что в нашей стране. Да. И это раз. А во-вторых, я же еще конституционный сектор Майдана. Я создала исключительные документы, которые в этой стране никто не писал. Но я собирала их где? Я говорю, какие ночью делаем, пишем, делаем, пишем. Конечно, если вы заметили, Паша, вот эти, как ты с генералами говорили, да? Ну, давай пойдем туда, ну, давай пойдем. А действия какие-то? Я всех спрашиваю, когда закончится конференция, что будет завтра? Я всех их спрашиваю, что будет завтра? С кем мы завтра встречаемся? И с кем? Я говорю, подождите. Хорошо, приедете после Черноты, что будем дальше делать? Я говорю, сейчас дети будут собираться здесь два дня, создавать пространство, идеи, которые будут работать. Вы не будете здесь? Я устала после вчера. А зачем так работать, что плохо? Это должно быть наслаждением. Что ж ты работаешь, тут же тебя измазывают. Зачем? Да, вот он же взял, мы же сюда вернемся, и он же сказал, что он еще не Я провела уже, потому что я решила план поднять.
Потом приехала правительственная делегация, они говорят, пришли же мэру, а мы, они говорят, не понравилось, они не хапнули первую, а уже не поднимала папу. А они так, знаете, в шоке, она дорогу открывала. Thank you.
Участники, дорогие, уважаемые, любимые, в принципе, уже там выставили все, что можно кушать, это уже обед. Они что-то на полчаса раньше, так что вы уже мыслями идите, и медленно можно вот эти двери открыть, можно напрямую на кухню, но кушать только на кухне. Не, не хотите, не кушайте, но там есть все уже. Приглашаю, в принципе, поесть. Вот они сейчас гидро делают. Дальше.
Я можу взяти. Окей, облишили. Я б
саме цей конкурс виглядати, це сумо. Що ти там Потому что зайдем со стороны. Да, потому что я тоже.
Да, это уже не скоро. Да, это уже не скоро.
Мы должны ставить таким образом, чтобы его инвестор был на 20 тысяч Но если на 100 человек соберется, мы сможем проектировать. Да. Вот и что. Акция становится уже самотоваром, да? Но мы проект.
Они боятся уже депозиты ложить, а акции делают, считают, что не заходит ли юридически, кооператив называется. Когда я тоже проект разработала, я считала законодательство, что рассматривала. Вот финансовые рынки, посвятила законодательство, это как бы, ну, не все порядочно, да? Много, во-первых, акционерного общества нет, и семь нет, и венчурной капитализации. Это настолько простое, уникальное, там законодательство, в принципе, схематическое. Там можно под это законодательство, статутом, внутренними документами, ну, грубо говоря, догоняться. Да? То есть можно сформировать и сделать такой инструмент, который будет незаменим финансовым. Да. Почему, например, там есть тоже ПАИ, там есть участники. Предполагается, что кооператив – это, по сути, может быть такое, да, это мобилизация и объединение ресурсов, не только материальных, но там духовных, там, мозговых и все остальное. Конечно, это все организовывается, это все оформляется. И это еще когда подкреплено финансами. Когда эти финансы будут не один человек, не два, да, там, а пару тысяч, они уже будут собственниками этого юридического лица, они все становятся собственниками. У них все равные права, независимо от того, сколько ты берешь денег. Право голоса, типа, всего права. И, скажем, что мы еще держали вас? Там, кстати, есть возможность разного участия. Ты можешь участвовать как социальный участник. Это значит, ты просто даешь деньги, ты не участвуешь в проблеме. Мне главное прибыль. Дай деньги, все выучат. Я не голосую, не обязательно. Ну, это как бы не акция. Парень стоит ценной бумагой, потому что это группа. Для того, чтобы стать своим членом, Потому что, например, для меня очень важно, чтобы кто-либо там не воспользовался, да?
это решение каких-то своих там это должен быть так, да. Действительно нужно все. Я не знаю, что это, может быть, потому что там уже близкий какой-то. Понимаете, как я хочу, чтобы люди понимали, что никто будет за них управлять. Они должны сами брать и управлять. Они должны сами взять на себя. Должны быть эти риски очень манипуляции. А манипуляция либо чем светом, по светом, прозрачность. Блокчейн, прозрачность, принятие решений. Смотрите, вот этот вопрос еще идентификации, я скажу, для меня, например, не проблема. Кто-то может, если не захочет, как где мне интересно, да? Хотя, в принципе, сейчас все готовы. Хотя нам наоборот всем боялся, потому что он да, в такой момент нужно смотреть. Вот. Что еще кооператив? Какая, в общем, система? По сути, какое вложение можно кооперативу, в зависимости от того, чем заниматься, какой проект, да? Если это уже будет большие обороты, например, если это дом, то, конечно, это уже очень тяжело. Потому что он будет единым другом, потому что в НДС будет, да, или каким образом я вижу портал, да? Это постигло в другом мире, что я ваша. Ну, приватный расизм. Набираешь код, заходишь. Вот портал в таком роде, да? То есть там главная страница, где будет публиковаться, например, информация о текущем состоянии этого оператива. То есть это вот проект, он реализуется, делается вот это, вот как. Таким образом, человек становится участником. Он заявку должен поставить, оператив должен утвердить ее на общем собрании. Но пока не утвердит, потому что же не будет же собирать эти заказы, сборы каждый раз. Да, он обладает своими правами Понятно, что нет.
Аналогично. 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 Аналогично.
Полтора миллиона метров, там полторы тысячи метров квадратных, она будет просто.
70 пользователей, потому что просто делайте выбор, нажмите на
зараз я Thank you.
Thank you.
Yeah. You don't think it's going to be
Спасибо.
Так,
Thank you.
Еще ты слышал на ту сторону, которая будет стоять.
в Орчине, там Украинский сайт для того, кто шукает работу, и того, кто дает. Между тем, что это дуже різні use case, и люди не часто пишут. Это зауваження, потому что... Yeah.
тим, хто свій ID. Є у нас якісь команди, які нам взяти? Які можуть шукати шрати до 20 4 і підвоє на тим, хто є розпису. І там, що я не хочу тратити на жодному ні звичайно, більше, ніж 10%. От це може продовжувати. Я не знаю. І таким чином, я вмію зробити свій власний ризик, наскільки я розповідаю. І тут десь час. Ось у нас спеціаліст. Це все буде видно, бо не знаю, хто просто збере гроші, а Я вам говорю, что мне для этого давали.
Я не знаю, что это будет, но я не знаю, что это будет.
на водонашку, видишь? Thank you.
Tak się nasze robimy, ja akurat się przyjrzałem, Vermontowy.
я бы мог чего Смотрите, нашел.